Всем большой привет, Эйприл на связи, играем в Keepsake. Куда нам нужно бежать, я уже не помню, потому что играю в другой день, но давайте посмотрим. В какой стороне у нас... Вот здесь был, значит, торговец, да? Чем мы бежим сюда? Ой, как здорово. Ой, какие виды вообще красивые. Господи, я прям наслаждаюсь, даже не знаю, что сказать. Так, это если прибежать с этой стороны, да? Хорошо, а давайте тогда вот... А мы соорудили мостик, но мы не прошли дальше. Ну, тут, я думаю, ничего нет. Мы не прошли дальше по той дороге на улице. Так что давайте туда сбегаем. И посмотрим, что там. Какой мостик классный вообще. Сплошная магия. Да, вот сюда. Если там, в принципе, что-то есть, я, честно говоря, не знаю. Сюда вообще можно, нет? Да, вроде как этот мостик тут стоит. Что? Зак, что ты делаешь? Я не пойду дальше. И тебя не пущу. На этой поляне опасно. Что может быть опасного в этом прекрасном лесу? Я слышал, что там живет какое-то сверхъестественное существо. А еще говорят, что студенты, которые заходят на эту поляну, не возвращаются. Может быть, мы встретим там кого-то, кто поможет нам. Я должна проверить. Нет, если ты так упряма, иди туда одна, а я подожду тебя здесь. Отлично. Хочешь остаться, оставайся, а я пойду. Ладно. Ну и чего там на этой полянке? О боже, я вообще забыла про это дерево, ну ладно, здрасте. Это дерево такое странное, у него как будто человеческое лицо. Думаю, Заку оно показалось бы сверхъестественным существом. Ох, кажется, кто-то содрал с него кору. Бедное дерево. Так. Будешь с ним говорить? Это очень забавное дерево, но оно не может рассказать. Ты уверена? Так, ну то есть, в принципе, это все, да? Так, тут дерево и... Хорошо, тогда идем обратно. Идем, Зак. Какой же он трусишка. Даже смешно становится. А, давайте тогда в замок обратно. Так. Что там с замком нужно делать? А, у нас... Мы говорили с этим, с торговцем. Ему нужны получить назад коробки.
И мы их видели, поэтому... я не знаю, что нам в итоге... Так. Давай заходим сюда. Это вот эта загадка, которую я не поняла, но ладно. Коробки были, по-моему, вот здесь где-то. Сейчас посмотрим. Они там где-то были в кухне, в подвале. Вот да, давайте заберемся обратно в этот. Так, не знаю, проем, да, называется. Я сейчас опять заблужусь. Так. А, ой. Я пропустила это в прошлый раз. Это какой-то тайный ход? Я не знаю, но я не стал бы открывать его. Ой, да ты ничего бы не стал открывать. Магическим замком. Послушай, мы ничего не добьемся, если будем сидеть здесь, ничего не делая. Мы должны проверить, что там. Если бы я послушалась тебя, мы бы до сих пор стояли в вестибюле, как столбы. Ой. А, то есть надо... Тут какое-то слово надо... Или как? Да, вы пока не можете продолжить, это понятно. Потому что банально нет никакой подсказки. Ну ладно, по крайней мере, будем знать. Так, где же эти ящики были, а? Что-то я по кругу бегаю. Здесь что? А, здесь проем вот этот. Проход. Дать наверх тогда. Сюда. Вот, да. Замечательно, вот эти. Должно быть, эти ящики принадлежат Густаве, торговцу, которого я встретила у реки. Но он же попросил их принести. Да, я знаю. Мы это уже и так видели. Подожди, то есть нам, в принципе, нужно вернуться обратно, да? И сказать ему, что вот, смотри, у нас тут... Там твои ящики, так что ты можешь их забрать. Ой... так сложно наводится, то я постоянно кликаю везде. Сюда. Реально, можно заблудиться. Бежим тогда обратно к нему и рассказываем про ящики. Хотя, если серьезно, то это очень странно, потому что... Ну, серьезно, мы их уже видели. Можно было рассказать сразу.
и сказать, что да, чувак, забирай, не проблема. И, конечно, невозможность перемещения по карте — это огромное упущение. Я сейчас просто сижу, думаю, что мне нечего сказать. Так, давайте. Здравствуйте еще раз, Ли. Ой, да-да-да. Чем я мог... Ой, опять эта музыка. Здесь никто не проходил? Извини, Ли. И по твоим... Нет. Да-да-да, я поняла. То есть ты не хочешь, да? Слушайте, ну... Давайте бежим. Пока, Муста... К той... Да-да. Бежим к той загадке. Которую я не поняла, как решить. Если серьезно, то я особо не понимаю теперь, куда, что нам делать. Сейчас разберемся. Вот эти штуки, они не работают, когда просто... Это как-то тоже не очень. Давайте еще раз поднимем. Включилось. Это до сих пор не работает. Так, может быть... Она просто спускает вниз. Да, и все это очень-очень долго. Хорошо, вторая штука. А, о, понятно. Нет. Хорошо. Нет, это опускает. Хорошо, вот если в таком положении нажать вот эту... Нет, она... А-а. Ну, хорошо, давай тогда вот так. И, может быть, вот эту штуку? Нет, тут так... Вот эту в серединке как-то вообще не сдвинуть. Так, может быть, как-то... Но вот эта, любая из них, она... Я уж не знаю. Она опускает, да? Если я нажимаю вот эту штуку, да? Она опускает. Еще раз. Сейчас вот эту попробуем, а так я вообще не понимаю, что делать. Ну, опять же, вниз едет, да? Давайте тогда подсказку берем. Да это я понимаю. О, господи, у них какие-то капитаны очевидность, просто подсказки. А, подожди. Левый груз на четвертый, а правый на пятый, чтобы энергии хватило. Ну да. Это я и так знала. На пятый и на четвертый, да, понятно.
Ничего, это застревает сразу. Понятно. То есть тут либо один, либо два. Хорошо, один. Ладно. Что-то этим еще рычажком. Нет, не то. Тогда... О, боже, как-то все долго. Хорошо, вот. Поднимаем опять. Второй рычажок. Да, сложно. Ну вот это я попробовала уже нажимать, оно не хочет. Давайте это попробуем. Хорошо, еще один раз. Нет. О боже. Ну да, ну. Ладно, давайте вторую подсказку. Зачем делать такую запарную загадку, боже мой, я не понимаю. Что-то у меня как-то... Я не в настроении над такими загадками. Поднимите левый груз и передайте его энергию направо. Мне нужно решение этой головоломки, да. Да, давай. Ой, как замечательно. Просто сидишь такой, за тебя все делают. Да не, ну на самом деле мне это не особо, конечно, понравилось, но я просто уже... Очень интересная загадка и безумие медленная. Да, вот это мы уже делали. Видимо, быстрее решить головоломку они не могут. Ну ладно. Да, спасибо. Огромное спасибо. Я уже замоталась просто.
Ну, здорово. У меня получилось. Смотри, работает. У меня не получилось вообще ничего. Я сомневаюсь, что все будет так легко. Вряд ли этим все и ограничится. Легко? Ты издеваешься? Я подала электричество в школу. Но я могу поспорить, что тебе придется еще немало поработать. Может быть. Но, похоже, ты не рад, что я починила эту машину. Да нет же, я просто не хочу, чтобы у нас закружилась голова от успехов. Вот и все. Угу. Ну да. Слушайте, ладно, давайте завершим на этом серию. Она была очень странная, очень фейловая с моей стороны. И... спасибо возможности решать автоматические загадки здесь, иначе мне бы пришлось лезть в прохождение, смотреть, что там, записывать это все. И так я и не поняла эту загадку. Ну, там... ну, слушайте, вот здесь такая красота вокруг, ну, гулять не перегулять, наслаждаться и просто расслабиться, а тут мне дают задание включить этот механизм. Я понимаю, что, наверное, если посидеть серьезно там, все это записать, как-то там рассчитать, то все могло бы сложиться, сработать без проблем, но просто у нас нет столько времени, я не хочу очень сильно растягивать всю эту историю, поэтому я думаю, что в принципе это уже был крайний случай. Надеюсь, что нам не придется пользоваться решением головоломок так часто. Но я не знаю. Посмотрим, потому что у нас еще в машинном зале, помните, вот эти панели на нескольких уровнях, которые тоже нужно там переставить, включить в определенном порядке, как я поняла. Ой. Как жаль, что мы не можем прочитать, что написано на тех предметах, что мы нашли. А. Фамильяры могут читать? Конечно, мы очень одаренные животные. Дай-ка посмотрю. Да, это одна из фишек можешь игры. Можешь сказать, на каком языке это написано? Я тоже ничего не понимаю. Но я вижу, что это магические руны. Язык рун используется в основном для того, чтобы записывать магические заклинания. Короче говоря, если в этой игре долго стоишь и ничего не делаешь, то они начинают говорить о чем-нибудь. Это приятное, приятный бонус. Итак, будем завершать эту серию. Вам я говорю огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится, несмотря на вот загадку, которую я не смогла решить. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. И до скорого!